Вы принесли ваш учебник? Дефтерни getirdin mi? Урок начинается на этой странице. Konu bu sayfadan başlıyor. Вы можете зарядить ваш ноутбук там. Лэптопунu orada şarj edebilirsin. Могу ли я одолжить ручку? Bir kalem alabilir miyim? Вот бумага для принтера. Yazıcı için kağıtlar burada. Вы могли бы написать краткое изложение этой статьи, пожалуйста? Makalenin özetini yazabilir misin lütfen? Презентация начинается в 9 часов. Sunum saat 9'da başlıyor. Я должен выступить с речью в классе. Sınıfta konuşma yapmam gerekiyor. Наше домашнее задание должно быть сделано к пятнице. Ödev teslim zamanı cuma günü. Нам нужно создать команду для выполнения этого проекта. Bu proje için takım kurmamız gerekiyor. У меня есть билет на самолет для моей командировки. İş seyahatim için bir uçak biletim var. Наша компания направляет нас на конвенцию. Şirketimiz bizi bir kongreye gönderiyor. Весь класс разделится на команды для обучения в группах. Tüm sınıf öğrenme grupları oluşturacak. Я надеюсь, что сдам последний экзамен. Umarım son sınavı geçerim. Мы разрабатываем новый продукт. Yeni bir ürün tasarlıyoruz. Собрание сотрудников состоится после обеда. Öğle yemeğinden sonra personel toplantısı var. Мы должны обновить наше программное обеспечение. Yazılımımızı güncellememiz lazım. Я буду готовиться к тесту. Test için çalışıyor olacağım. Вы должны прочитать пятую главу. Bölüm 5'i okumalıydın. Файл находится в моем портфеле. Dosya, evrak çantamda. Я могу читать электронную почту на своем телефоне. Telefonumdan e-posta okuyabilirim. Можете ли вы отправить мне эту электронную таблицу? Tabloyu e-postayla yollayabilir misin? Мой ноутбук подключен к сети. Laptopum ağa bağlı. Она просит новую клавиатуру. O, yeni bir klavye istiyor. Я собираюсь в отпуск. Tatile gidiyorum. В бухгалтерию наняли нового сотрудника. Muhasebe bölümü yeni bir eleman aldı. Мой босс дал мне прибавку к зарплате. Patronum maaşıma zam yaptı. Его отдел проводит праздничную вечеринку. Onun bölümü bir tatil partisi veriyor. Качество является для нас приоритетом. Kalite bizim birinci önceliğimiz. Пожалуйста, положите бумагу в корзину для переработки. Lütfen kağıdı geri dönüşüm kutusuna at. Каждый понедельник будет небольшой тест для проверки знаний. Her pazartesi küçük denemeler olacak. Вы начнете 30-дневный срок обучения. 30 günlük eğitim dönemine başlayacaksın. Он учится на бухгалтера. Bir muhasebeci olmak için çalışıyor. Наша команда общается через интернет. Takımımız internet üzerinden iletişime geçiyor. Компания разработала новую программу этического поведения. Şirket yeni bir etik davranış programı geliştirdi. Наши визитные карточки содержат нашу информацию на испанском и английском языках. Kart vizitlerimizde İspanyolca ve İngilizce her iki dilde bilgimiz mevcut. Ожидается, что все члены нашей команды будут вносить равный вклад. Öğrenme grubumuzun tüm üyelerinin eşit katkıda bulunması beklenir. Вы представите свои выводы руководству завтра. Bulgularını yarın yönetime sunacaksın. Мы исследуем новый продукт, который собираемся вывести на рынок. Piyasaya sunmak için yeni bir ürün üzerinde araştırma yapıyoruz.
Компания производит новую линию планшетных компьютеров. Şirket, tablet bilgisayarlarının yeni bir türünü üretiyor. Как долго вы будете в вашей деловой поездке? İş seyahatin ne kadar sürecek? Она закончит учебу в мае. Mayıs ayında mezun olacak. Новый семестр начинается в январе. Yeni dönem ocakta başlıyor. Каждый сотрудник получает 10 дней оплачиваемого отпуска на праздники. Her çalışan tatilleri için 10 gün ücretli izne sahip. Офис менеджер говорит, что мы превысили бюджет. Müdür, bütçe açığı verdiğimizi söylüyor. Все сотрудники должны свободно предлагать способы повышения эффективности. Tüm çalışanlar verimliliği artırmak için fikir vermekte özgürdürler. Наша цель заключается в снижении затрат на производство. Hedefimiz üretim masrafını azaltmaktır. Каждый факс, который мы отправляем, должен иметь титульный лист. Gönderdiğimiz her faksta kapak olmalı. Каждый сотрудник должен выполнять квоту производительности. Her çalışan üretim kotasına uymakla yükümlüdür. Это критерии, в соответствии с которыми наша команда должна выполнить работу. Takımımızın sağlaması gereken kriterler bunlar. Наши сотрудники жалуются на то, что не получают адекватного перерыва. Çalışanlarımız yeterli mola alamamaktan şikayetçi. Планируется расширение нашего бизнеса. İşimizi büyütmeyi planlıyoruz. Эта таблица показывает все наши доходы за последний квартал. Bu tablo son çeyrekteki tüm gelirimizi gösteriyor.